Порядка сотни студентов стали слушателями первой лекции политика Рифата Шайхутдинова в Нефтекамске. По его мнению, сейчас именно молодежи важно познавать политические азы и вникать в политические процессы. В своем выступлении политик подчеркнул, что в этом деле мелочей не бывает. Важно относиться внимательно не только к каждому действию, но даже к каждому предлогу в предложениях. Политик – это человек, который борется за власть, за участие во власти. Но не борется с властью. Здесь предлог важен. А те, кто борется с властью, они называются по-другому. Это не политики, это революционеры. Общение со студентами длилось около часа. За это время в аудитории были затронуты самые разные вопросы. Услышанное настолько впечатлило учащихся, что некоторых даже заставило пересмотреть свое отношение как к политике в общем, так и к выборам в частности. Поняла, как это важно. Вот. Потому что если сравнивать жизнь в Европе, в Америке и нашу жизнь, то есть разница, нужно этим заниматься. Мы выбираем свое будущее в первую очередь, в какой среде мы будем жить. Это все зависит от нас. По завершению общения студенты получили подарки от лектора – его книги. В них показаны многие события в российской истории взглядом из-за кулис, в том числе и выборы различных уровней. Выборы для многих – это шанс. Для нас, политиков, это следующий карьерный шаг. Для власти это возможность услышать, что про них думают, и, соответственно, дать отчет по данным обязательствам, да, и обещаниям. Вот. Для технологов возможность заработать, а для молодежи это шанс вовлечься в политический процесс и сделать либо свой выбор, либо понять, что происходит. Поэтому сегодня вот эта лекция, она была с этим связана. Вот и Рифат Шайхутдинов призывает не упускать шанс выразить свою гражданскую позицию и не пропустить грядущие осенние выборы в Государственную Думу и Городской Совет. А перед этим непременно пройти политический ликбез и вникнуть в текущие процессы, как в нашем городе, так и в стране. Лариса Миронова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».